Орландо Каради представляет. Симба, король лев. Производство Mondo TV, Италия. Лагерь выживания. Видишь? Нет. Может, они у Августина? Наши джунгли – одна из многих экосистем на Земле, а Земля – одна из многих планет во Вселенной. Наша планета вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси. Это занимает один год. Так-так. Да, один год. И один день нужен Земле, чтобы обернуться вокруг своей оси. Земля — часть Солнечной системы, в которой есть и другие планеты. Венера, Марс, Меркурий, Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран и Плутон. А еще во Вселенной есть спутники и звезды. Наша Солнечная система — часть галактики под названием Млечный Путь, который состоит из звезд и звездной пыли, а также газов. Она простирается в диаметре примерно на сотню тысяч световых лет и постоянно развивается. Это только наша галактика. Есть и другие во Вселенной, в каждой из которых миллиарды звезд, как и в нашей. Как интересно. Но... Эй, а где дети? Куда они делись? Мы думали, они с тобой. Так и было минуту назад. Но мы пришли забрать их на свой урок. Сегодня наша очередь учить их. Да? Конечно. Теперь ты знаешь. Не притворяйся, что не помнишь. Мы учим их искусству выживания. А я что делаю? Думаете, мозг тренировать не надо? Надо, надо. Но и мышцы тоже. По-моему, мозг — самая важная мышца. Чё-то он сегодня обидчивый. Ну, пойдем, найдем ребят и приступим. Да. Смотрите! Смотрите! Привет! Надеюсь, вы отдохнули? Потому что весь день мы будем заняты. Вы пойдете с нами. Мы? Зачем? Да, мне это не нравится. Сегодня мы с Балу научим вас новым техникам выживания и совместной работы. Мы научим вас действовать сообща, маршировать и выполнять команды. Выполнять команды? Я не хочу. Знаю, это не весело, но это тоже надо уметь. Особенно, если вы сами однажды будете отдавать команды. Вы должны знать, как кооперироваться.
Мы пройдем курс с препятствиями. Ладно, согласен, я тоже. Идем. Не забудьте, слушайтесь Балу и меня. Вы должны быть предельно внимательными. Отряд, стройся. Направо. Я сказал направо. Налево. Я сказал налево. Направо. Отлично. Так держать. Направо. Шагом. Марш! Левый, правый, левый, правый! Но не у всех же такие длинные лапы. Прости, толстый. Мы пойдем помедленнее. Так, неплохо, да, Багир? Ты даже толстый справляется. Думаешь, они готовы к пробежке? Я отдам приказ. Выглядит ничего. Бегом, марш! 5 километров. Ой, я ничего не вижу. Давай. Вперед, толстый! Молодец! Давай! Помогите! Нет, Симба! Забирайся обратно, толстый! Тут так высоко! Так. Вы неплохо показали себя на пробежке, но вам нужно развивать выносливость. А зачем? Зачем? Кто сказал? Я. Ты ставишь под сомнение моей команды, не хочешь участвовать, да, рядовой Симба? Вот вам всем урок. Строю без разговоров и без витания в облаках, Той. Вы должны научиться двигаться бесшумно. Это легко. Посмотрим. Нет, Баки. Ниже голову, ближе к земле. Вот. А теперь раскачивайтесь на лозе и прыгайте в озеро. Кажется, там холодно. Я не пойду. Плывите. К другому берегу!
Быстро! Здорово! Вы такие шустрые! Такие быстрые! Теперь выройте яму. Начинайте. Вот здесь хорошее место. Hey, you two, no slacking. Эй, вы двое, не увиливайте. Есть, сэр. И что нам нужно в этой грязной яме? Не знаю, просто копай. Все готово. Мы вырыли яму. Можно нам передохнуть? Нет. Жаль, но яма недостаточно глубока. Нет, нет. Я больше не могу. Здесь хуже, чем на пиратском корабле. Ну-ка, не останавливаться, пока все не сделаете. Тогда мы будем помогать друг другу. Так и знал. Наши уроки по дисциплине не прошли даром. Да, похоже. Теперь достаточно глубоко. Нет, я не приказывал прекращать работу. Спасибо, сэр. Что такое? Мы выдохлись. Устали. Когда пройдете следующее испытание, научитесь добывать еду. Первый урок будет по рыбе. Одно другого не веселее. Видели, как я это сделал? Да. Тогда пробуйте сами. Это мое! Осторожно! Снова этот сом! О, нет! Он уплыл? Кажется, да. Фу. Похоже, он тоже голоден. Вы отлично потрудились с маскировкой. Теперь вы готовы к итоговому экзамену. Вы отправитесь на миссию, во время которой вам понадобятся все умения, которым мы с Багирой вас научили. Задание не из легких. Я хочу знать, готовы ли вы. Да, да. Всегда готов. Хорошо. Слушайте, в последнее время мартышки доставляли Алекс неприятности на ее территории. Ваша миссия – пробраться в их лагерь и проучить их. Ясно, сэр. Ну, удачи. Мы будем ждать вас. Направо! Шагом марш! Надеюсь, у них это получится. Уверен.
Никаких разговоров. Отдай моё. Это моё. Я первым видел. Ну всё, получи. Что это? Это что, ты видел? Где? Здесь где-то. Смотри. Это ты съел. Врешь ты. Ты врешь. Да, получи, получи. На, на. Смотри. У кустов глаза. У них глаза. Бежим. Живые кусты, бежим. Это Шерхан! Отступаем! Что здесь происходит? Что такое? Ничего, может, хозяин. Иногда у них крыша едет. Мне это все равно не нравится. Ребята, мы его проучим. Здесь что-то не так. Смотрите, кусты бегают. Ничего не вижу. Ты смеешься надо мной? Если да, то никто не смеется над Шерханом. Шерхан, они на нас напали. Огромные кусты с зубами. Кусты? Да, они были огромные. У них были глаза. Они колдовали. Где они? Убежали далеко. Так за ними. Вперед! Ребята, на помощь! Они их окружили. Попались. Мне это не нравится, толстый. Вперед, схватите их. Думай, думай, думай. Я боюсь, сам боюсь, а то Шерхан нас накажет. Пошли. Лоза! Сделаем, как учил Багир. Говорю же, за ними. За ними.
Надо прятаться. Они не могли далеко уйти. Бежим отсюда, пока они нас не нашли. Где же они? А, вон там. Ну, схватили? Не совсем. Они спрыгнули со скалы в воду. Чё ждёшь? За ними прыгай. Нет, хозяин, пожалуйста. Я сказал, прыгай. Получилось! Мы Шерхану показали! Да, ты молодец, толстый! Так ему и надо! Ну вот и приключение! Да уж, Балу и Багир будут нами гордиться. Они нам не поверят. Да, поначалу я думал, что они слишком строгие. Но теперь я понимаю, что иначе ничего не вышло бы. От упражнений я проголодался. Да, давайте пообедаем. Как ты можешь быть голодным, толстый? Ты только что съел яблоко. Ну, идем, вернемся в лагерь. Нас ждут. Да, вперед! Может, нас наградят сыром? Шагом! Марш! Наши друзья сегодня хорошо потрудились. Они научились выживать и действовать сообща. И это не прошло даром. Они не только научились быстро бегать, но и быстро думать. Августин все-таки был прав. Мозг – самая важная мышца. Фильм озвучен на студии Soul Pro по заказу кинокомпании «Русский фильм» в 2008 году. Фильм озвучивали Елена Дробышева и Алексей Шатхин.